Ну что можно сказать? Нам очень важна была сегодня победа. Мы ее добыли, это, наверное, самое главное. В принципе, начало игры хорошо складывалось, выигрывали 2-0, спокойно нужно было довести до победного конца, забить третий мяч и снять напряжение. Ну, видите, немножко так пропустили и строили напряжение. Но самое главное, что взяли гречку. Это на первом плане сейчас.